16 тысяч югорчан в прошлом году обратились в Центр управления сердечно-сосудистыми рисками. Инновационную модель оказания медицинской помощи внедрили в окружном кардиологическом диспансере. Изначально пациент здесь проходит диагностику одного дня. Ему назначают эхокардиографию, велоэргометрию и диагностику магистральных кровеносных сосудов шеи. Затем его консультирует кардиолог, аритмолог, ангиноневролог или сердечно-сосудистый хирург. Все зависит от потребности конкретного пациента. По времени это занимает всего пару часов, что особенно удобно для жителей отдаленных территорий. После определения диагноза пациента направляют к нужному специалисту. Центр управления сердечно-сосудистыми рисками включает кабинеты хронической сердечной недостаточности, резистентной артериальной гипертензии, липидный центр и антиоагулянтный кабинет. Кстати, в прошлом году каждый восьмой пациент центра был отправлен в стационар на лечение. Пациентов не бывает вот чисто, что только заболевание сердца. Как правило, у пациентов есть еще и сопутствующие патологии эндокринной системы. Это либо сахарный диабет, либо заболевание щитовидной железы. Также проводится параллельная диагностика по компенсации этих систем. Но если выявляется другая патология, то, соответственно, программа расширяется под пациента.